Всем привет! Вы на канале Бисквит. Сегодня я покажу рецепт слоеных трубочек с белковым заварным кремом. Ингредиенты в инфобоксе под видео. Для трубочек нам понадобится 500 грамм слоеного бездрожжевого теста. Рецепт быстрого теста вы можете посмотреть по подсказке вверху или по ссылке в инфобоксе. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм. При более тонкой раскатке трубочки будут сухими. Разрежьте тесто на полоски шириной около 3-4 см. Для трубочек нам понадобятся формы. Их можно купить или сделать своими руками из фольги или пергаментной бумаги. На форму накрутите полоски внахлёст. Если вам интересно, как сделать такие формы, напишите в комментариях, я сниму отдельное видео. Противень застелите бумагой для запекания и выложите заготовки трубочек. Поставьте в духовку выпекаться 20 минут при температуре 200 градусов. Готовим заварной белковый крем. Возьмите 3 яйца, 150 грамм сахара и щепотку лимонной кислоты. Тщательно перемешайте миксером или венчиком. Поставьте на водяную баню и непрерывно взбивайте на максимальной скорости около 10 минут. Для этого заварного крема не нужно варить сироп. Он делается так же просто, как обычный белковый крем, только на водяной бане. Как только крем загустел и на поверхности стали оставаться четкие следы от венчиков, крем готов. Дайте крему немного остыть. Он должен получиться плотный, густой и не падать с лопатки, если ее перевернуть. Положите крем в кондитерский мешок или шприц. Если нет ни того, ни другого, используйте плотный целлофановый пакет. Начините трубочки кремом. Для трубочек рекомендую делать именно заварной белковый крем, так как белок заваривается и не оседает и не отслаивается по истечении времени. Для того, чтобы трубочки были максимально заполнены кремом, при помощи узкой длины насадки я заполняю трубочки с обратной, с узкой стороны. Слоеные трубочки с белковым кремом – это простой и потрясающий десерт. Слоеное тесто и легкий воздушный белковый крем. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.